В Волгограде прошли всероссийские соревнования по боксу, посвященные столетию общества «Динамо» среди девушек. Калмыкию представляли воспитанницы школы по боксу имени Балзанова, Карина Басанова, Вероника Скворцова, Анастасия Мельникова, Инкира Муцаганова и Виктория Цавкилова. По итогу соревнований Карина Басанова стала победительницей и напрямую отобралась на чемпионат России. У Анастасии Мельниковой, Инкиры Муцагановой, Виктории Цавкиловой серебряные медали. Вероника Скворцова завоевала бронзу соревнований. Сейчас девушки готовятся к первенству ЕФО по боксу среди девушек, которая пройдет в Элисте с 20 по 25 февраля.